6 сентября 2019 года. Пятница. Мы пришли собрать сколько-то гороху. Ну, я решил посмотреть, как тут. Ну, все, как будто бы сток воды прошлогодний мы восстановили. И нынешний добавили поменьше, ну, чтобы вода уходила дальше, не размывала. Все целое. Потому что много пакостей творят люди. Вот надо ему сжечь, рыбаки. Выдирают, рубят. Ну, бессовестные. Но вот Господь нас милует. Рыбаки, или кто тут бывает, каждый год охотники. Остаются тут рожки да ножки. Но ничего не попортят. Пластами земли обложат, где костерок был. Володя! А это мешок. Вот он ваш. Вот он здесь собирает горох. Через реку я туда. Через озеро. Какое озеро? Это мешок белый. Вот он как рыжковский. Увеличился раз в 6 примерно. 4 раза думал, а когда замерили, оказалось из одной лужи. Браконьеры бы. Мы его создали. Вложили огромные средства. 3 года восстанавливали. 440 свай. 404 свая. Вот из-за засухи видно, где вода опустилась. А теперь будет подниматься и уходить, чтобы не размыло. На всякий случай, если что-то будет не так, где-то что-то, запасная земля. Это Леонтьев Алексей Лаврентьевич из Барнаула, 66 лет, ас. Вот он. А тут, видите, двойной частокол был. И опять поставили. Сваи забивали. Сваи. Их в обработке. Поставили. Вот какая плотина. Но плотина не меньше 4 метров. Не меньше. Раз, два, три. Раз, 4 с чем-то маленькое. Валик какой. Вот так. Тут уток много нынче. Рыбы мало мы запустили. На втором мостике было больше. Рыба нами, как говорят, зарыблена. Покупали. Друзья привозили. А мы браконьеры. Какие браконьеры? Это наше. Мы можем в один день ее все выловить, и никто ничего не скажет. Это как держать птицу, скотину. Хозяин. Не чужой. Мое. Вот оно где уходит. Советует дно, кусты вырубить. Сидит дома какой-то и придумывает. Иди повырубай. Вот оно. Дерево одно. Сруби его. Оно в воде. Весной тут надо новые кусты насадить, чтобы не сохли. Погода тихая сегодня. А вот это, видите, как вот, кто человек не знает, что такое за это время. Бортик, и вот его разобрали, и туда спустили вниз умные звери. Следы оставили, это бобры. И вот они здесь заходят, и вот где они выходят. Вот они, вот видно, он под кустами. Ну, любой, кто бы с бобрами дело имеет, знает. Видишь, как. Только бы не копали они, не рыли. А зачем? А тут, потому что их еда. И вот второй тоже прорыли. Спустили туда землю, какие умные. И вот она прямо идет и на ту сторону, наискосок маленький. И вот возле, даже не видно где там. А вон видно. Видно должно быть. Вон грязь, животом он вынес. Бобры.
Это бобры. Вот оно прямо. Большие камни откатил в сторону. Это трудяга. А когда там насыпь делали, вон тот второй валик в том направлении, я заложил туда привезенные большие вот эти от деревьев стволы. А теперь-то уже вал этот зарос, вода обмыла, а дальше не дает идти. Там видно в несколько слоев. Это все наш труд. Как раз в тот день приезжала здесь ТВ-24 Анна Афанасьева, режиссер. Роспотребнадзор нас тогда сильно тревожил. Мы лагерь ликвидировали. Вот с этой стороны все сохранилось. Нигде ничего не повреждено. Милостью Божией мы молимся. Некоторые, я приеду, тут все у вас выловлю, сетью бредим. Ну, то есть бредит сидит какой-нибудь мальчишка дома, советует. Ну, что советует? Ты иди работай. 21 тысяча сел уничтожено, повторяю. 10 тысяч дышали на ладан, 1-2 человека оставались. Ну, получи статус, как мы. Электричество государство провело. А это не игрушка. Государственная школа открыта, храм. А сколько, много, мало, это... Главное, школа государственная работает. Учителя получают зарплату неполную, учеников-то мало. Было 25, а сейчас 2. Кто-то уехал в город, выросли, женились, замуж вышли. От нас люди уехали, которые были здесь в Америку, в Грецию, в Германию, на Украину, во Францию. Потеряевка одна поставляет сколько. Эти люди, никто из веры своей не изменил ни один. Все строго православные. А мы здесь молимся за патриарха Кирилла, папу Римского Бенедикта и Франциска. За старообрядческого Корнилия и Александра, у них патриарх Александр Новозыбковский. Молимся за всех священников, патриархии. Особенно Богу благодарны, что у нас митрополит Сергий Иванников. Он эту злобу здесь практически вычистил. Да сохранит ее и помилует Господь. Все пугает, что его переводить куда-то будут. Он член синода. Душевный, искренний и любящий. Продли его, Господи, жизнь. Митрополит Сергий Алтайский, Барнаульский. Всю обстановку изменил. Все. Не так, как до него было. А почему? Любовь Божия. Богу слава.